Нынешний год на Кубани ознаменован такой датой, как 225-летие высадки черноморских казаков на Таманский полуостров. В этот значимый для всех казаков Кубани год в 16-й школе в 20-й раз прошло посвящение учащихся в казаки. Служу Российской Федерации кубанскому казачеству! Клятва верности своей стране и своей истории в стенах 16-й школы в этот день прозвучала 35 раз. И каждый раз поражала своей искренностью и серьезностью, которую не ожидаешь от детей столь юного возраста. По традиции ребят напутствовал атаман районного казачьего общества Александр Заволока. Присягая здесь, вы тем самым даете клятву всегда чтить, помнить те традиции, те обычаи, ту веру, которые были заложены нашими дедами, прадедами, всегда поступать по совести, как всегда делали наши предки. Казачество всегда было неотъемлемо от православия, потому слова напутствия юным казакам и казачатам пришел сказать и священнослужитель, отец Александр. Он подчеркнул, что теперь по их делам будут судить не только о них самих, но и обо всем казачьем роде. Потому к своему поведению нужно относиться очень ответственно. Хорошие оценки и физическая подготовка, высокие моральные принципы и неподдельная любовь к родине отличают кадетов казачьих классов. А еще в ребятах силен командный дух и чувство локтя. Я буду стараться получать хорошие оценки, учиться и подавать пример для своих одноклассников. Казачья книжка – это не просто документ, это основа для будущих присвоений казачьих званий. Путь к хорошей характеристике при поступлении в высшие учебные заведения и, конечно, предмет гордости. Я очень долго об этом мечтала, о военном училище. И тут сбылось все, и я получил. Я долго этого ждал, получать кадетскую книжку. За прошедшие 17 лет работы 16-й школы в направлении популяризации казачества посвящение в казаки проходило уже 20 раз. Более 7 сотен произнесенных клятв превратили обычных школьников в кадетов казачьих классов. Более 50 бывших казачат связали сегодня свою жизнь с благородным делом защиты страны. Мария Горошкова, Георгий Калинин. Программа «События».